Здравствуйте, коллеги! Я нахожусь действительно в Раполово, в центре помощи диким животным Велес. Итак, друзья, если ваши пироги с яблочной начинкой уже готовы, если варенье, ваши все банки закручены, и у вас все еще осталось очень-очень много яблок, то привозите их сюда. Здесь, в этом центре, очень нужна ваша помощь. Мы, как съемочная группа, конечно же, приехали сюда не с пустыми руками. Мы привезли небольшой подарочек. И сейчас поговорим с ветеринарным врачом Натальей Бондаренко о том, кто же из питомцев этого центра самый большой сладкоежка. Кто любит больше всего яблоки у вас? Пожалуй, больше всего любят медведи, альпаки, собственно говоря, лошади, манипорсы у нас есть. Лось. Немного ослы. Угу. Ну вот я вижу, им уже очень-очень не терпится. Давайте, да, может быть, их угостим немножечко. Давайте. Очень любят они. Мне рекомендовали этого не делать, потому что это может быть немножко травмоопасно. Вас все-таки я не знаю, да? Я знаю. Скажите, пожалуйста, какого сорта яблоки лучше привозить? И в каком состоянии, в каком количестве вы принимаете? Ну, принимаем мы много, лучше сладких сортов, если они не едят, они перебирают, они действительно сладкоежки. Яблоки те, которые могут лежать, потому что те, которые упали с деревьев, они долго не хранятся, быстро сгнивают, Итак, коллеги, вы все слышали сами, сладкие сорта обязательно привозить. Тут еще один вопрос из студии. Из какой части Ленинградской области были спасены медведи? Откуда они к вам попали? И второй вопрос. Чем еще можно помочь вашему центру? Что еще стоит привозить, кроме яблок? Ну, они не все с Ленинградской области, на самом деле. У нас все с Ленинградской области. И привозить можно все. Бананы, груши, виноград. То есть овощи, фрукты? Все овощи и фрукты, да. Все, что они едят, все. В том числе и мясо, курицу и даже киви они едят. Единственное, что не надо привозить из фруктов, то, пожалуй, цитрусы. Может быть, требуется еще что-то, кроме еды? Может быть, какая-то посильная поддержка? Все, что угодно. Да, нужны медикаменты, рабочие руки. Хорошо. Ну, вот так. Напомню, мы находимся в центре помощи диким животным Велес. Это совсем недалеко от города, в северном направлении. Студия, вам слово.